Друзья, добрый день. Меня зовут Щукина Карина. Я преподаватель в школе вина Wine State. Хотела вам приятную новость сообщить, что те, кто сказал, что в моем бокале темпранильо из испанского региона Рибера дель Дуэра оказались правы, потому что я изображала страстный, яркий, экспрессивный стиль вина, который, конечно же, мы можем встретить в солнечном, жарком регионе Рибера дель Дуэра, в котором при этом вечерами, даже летом наступает прохлада, и это сообщает вину хорошую кислотность. Поэтому помимо страстности и экспрессивности мы находим в вине элегантную кислотность. И все это можно было считать в моем образе.